За зверненнями жителів Малиновського району міста Одеси, суботник відбувся за адресою вулиця Героїв Крут, 46. Активісти Української морської партії Сергія Ківалова привели до порядку територію, яка стала наболілим місцем для мешканців прилеглих будинків. Раніше тут була підкачувальна станція ТЕЦ номер 4. Наразі це стало місцем, де у вечірній час збиралися безпритульні та створювали проблеми місцевим жителям. Одесити не раз зверталися до місцевих органів влади з надією вирішити проблему, але безрезультатно. Вы знаете, мы на самом-то деле занимаемся этим мусором и убираем не за жильцами. Мы, наоборот, собственным примером своим хотим показать, что навести порядок и сделать удобным для жильцов этого города, начиная от этих заброшенных мусором площадок, заканчивая подъездами и домами, это наша обязанность. В первую очередь, что партия Сергея Васильевича Кивалова, морская партия, для жителей хотела бы сделать, создать им удобные и комфортные условия для проживания в нашем любимом городе Одессе. А это на самом деле наведение порядка, это всего лишь символичная акция, которая всех одесситов призывает убирать не только за собой, а просто навести в городе порядок. Представник Української морської партії Сергія Ківалова від Малиновського району Юрій Ровінський наголошує, що активісти поліцили завжди готові підтримати і допомогти одеситам з їх проблемами. Таким чином реалізується багато соціальних проєктів. Безоплатна юридична допомога, медична допомога, тестування на виявлення коронавірусної інфекції, антитіл до вірусу та видача імунних паспортів одеситів. Також працюють безкоштовні секції з різних видів спорту. Велика увага приділяється благоустрою міста. Регулярно проводяться суботники. Жители микрорайона к нам обратились с просьбой помочь им благоустроить этот участок. И мы вместе с партией Сергея Васильевича Кивалова вышли сегодня сюда, чтобы помочь убрать этот мусор, спилить деревья. И это только начало нашей большой работы для этого микрорайона и города. Очень важно сейчас обеспечить помощь слоям населения. Это пенсионерам, студентам. Мы открыли приемную здесь по адресу Инглеси 5. Юридическую помощь. И мы готовы помогать всем, в том числе, если вы посмотрите нашу программу, вы увидите, что мы хотим помочь пенсионерам, сделать студентам бесплатные проезды и так далее. Очень важно поддерживать и помогать людям в таких районах, кто им поможет, как не мы. Эту кучу мы убираем уже второй субботник и до сих пор не можем убрать, потому как очень большой объем работы. Здесь сделали как мини-городскую свалку, которую никто не хочет разгребать. Никто не может найти хозяина этого участка. И мы решили взяться за это, помочь людям убрать ее. Подібні суботники продовжуватимуться й надалі. Таким чином Одеса стане ще більш прибраним та комфортним містом для проживання.